Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Мистер Кэт. Меня зовут Ванёк, и я продолжаю играть в Skyrim на легендарной сложности. Вот, друзья, вот она, эта сложность. Ну что ж, у меня вот напарники, мой песик и подружка. Ладненько, ага. Я сейчас в Мзуфте. Мы проходим гильдию магов, так что давайте сейчас все прокастуем, как всегда. Пускай будет свет. Кинем повышение шагов. Также защиту. А, ну на двойную не хватает маны. Ладно. Вызовем друга или подружку. И гоу! Погнали! Давай, девочка, давай. Бэм. Получай. Ах, ты дамажишь, да? Ах, ты крутой друг. А ну иди сюда. Yeah. Ай, ладно, я пошел. Есть. Ого. Ого, он на меня согрелся. Ой-ой-ой. Фига себе. Нифига себе. Ага, не хватает. Сделал двойное, и у меня мана пропала. Хм. Ладно. Идите, ребят, разберитесь. Видели? Одна стрела. А если бы на мне защиты не было, то все. Трупик. Давайте я сохранюсь. Кстати, тут нужно почаще сохраняться, потому что я уже как-то дошел. Уже взял сферу там или кристалл, и все. Меня с одной стрелы просто развалили. Гори, гори, ясно. Разрушение нужно качать. Хоть оно и слабенько у меня. Ну, точнее, медленно. Обновляется, мало маны. Ой-ой-ой. И хорош, моя девочка. Отлично, она все сделала. Так, стрелы заберем, монетки. И подружка, слушай. Мы с тобой чем-то похожи. Это здорово, что мы встретились. Если ты так хочешь. Ну что ж, давайте ей подарим еще один эбонитовый. А, какой еще один? У меня штопорик. Эбонитовый меч. Где-то он тут был. А, он, наверное, в самом низу. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Р дать. Держи, подружка. Также я ей хочу дать еще посох питомца. Пускай призывает. А че нет? Если она призовет, и я призову, это ж считается, правильно? То есть она волка призвала, то есть он чуть-чуть тоже подамажит. Так что держи посох. Также можно дать ей посох, так как я их вообще не кастую сейчас. Темное власти, ярости. Угу. Посох ледяных шипов давайте дадим. И давайте хилки немножко тоже подарим. Если они еще у меня есть. Честно говоря, они мне очень-очень понадобились бы. Но ладненько, чтобы она жила, я ей дам две вот такие вот хилки. Небольшую хилку я не дам. И можно немножко маленьких. Ну, вот так вот. Угу. Тогда веди. Готова, подружка? Ну тогда пошли. Вот здесь будет друзей очень много. Я сейчас немножко подожду. Сохранюсь. Блин, реально стрёмно. Ребята, жалко, что нет магии, которая кастует защитные чары там на союзника. Или они есть, я просто не знаю. О, привет, друг.
О, отличненько. Вот видите, она уже призвала кого-то. И я призвал. Нет, он не исчез. Класс. Поехали устраивать махачи. Оп, там еще один друг. Там стрелок. Ай, прости, волчок. Завалил я его. Тра-дан-дан, тра-дан-дан. Кто-то меня толкает, не пойму кто. А, это ты. О, еще одного волка призвали. Давайте посмотрим, что тут. Сразу все заберу. F5. Будем держаться. Так, немножко сзади, как сапа. Оп, о, мимо. Ух ты. Посмотрю, я ей дал посохи, она схватила их и давай махаться ими. Может их лучше забрать? Я чисто такой вот стала магом. Ну ничего, скоро, я думаю, закончатся все эти эффекты. А ну иди сюда, друг. Давайте поможем. А, не, туда не хочу. Сейчас разберусь. А, исчез мой астронавт. Давай еще. Ой-ой-ой. Тут настоящее сражение. Оп-оп-оп, она щиты ставит. Щиты. Да. Ладно. Поступим по-другому. Ага. Не хватает мне маны. Я спрячу, потому что там лучник стреляет. Блин. Ну, давай еще немножко. Надо было, конечно, зайти сейчас 100 раз быстрее. Прокастовать. Оп. Прицелились. Ударили. Попали. Прицелились. Блин, они убежали далеко. Есть. Попал. Ты что тут застряла, подружка? Иди помогай. Нам сюда. Давайте сохранимся. Там 2 противника. Нашего песика. Ай, мимо. Есть. Она, видимо, отхилилась, потому что вот эта вот ведьма ихняя. Есть, давай, родная. Ой, расслабьтесь немножко, ребята. Вы там сагрились на песика моего бедного-то. Ух, нифига себе, она хилится. Давайте огнем. Раз. Два. Три. Нифига себе, она сильная-то какое. О, один умер. Гадина лечится. Есть. Есть, друзья. Ой-ой-ой. Ай. Это лучник. Тот лучник, который меня в прошлой серии развалил. Этот подлец. Так, ладно. Разберитесь с ними. Фокусирующий кристалл. Мы его заберем. Он нам очень-очень пригодится. Сильная трава. И Фелмера. Ингредиент. Так что. Ты у меня сгоришь. Все забираем. Пускай будет свет. Ай, а вот ты где прячешься-то, друг. Так, предметы, оружие, зелье. Восстановление магии. Невидимость, повышение здоровья. Просто у меня столько зелий, я их никогда не пользуюсь ими. Повышение навыка колдовства. Вот это вот тоже. То есть мы призываем на 23% сильнее могущественного воина нашего. Так, регенерации маны. Ну, давайте выпьем. Сопротивление огню. Чуть быстрее будет. Что-то я выпил, мана наоборот уменьшалась. И видно какое-то мое зелье, для которого мало наоборот не регенится. Да, я могу. Сохранюсь. Выпил зелье, что мне ни на что не хватило-то.
Эй! Ага, вот, я нашел вроде нормальное. Оп. О, много магии. Иди сюда, друг. Иди, мой дорогой. Итак. Давайте, друзья. Есть. Есть. Надеюсь, это уже последний. Их тут так много было, что я просто офигел. Какие тут виды? Давайте немножко осмотримся. Что тут, как тут? Куча разных вимерских запчастей. О, сундук. Ух ты, эльфийский топор. Иссыхание отнимает 40 единиц магии. Отличный. Взлом облегчается на 30%. Смотрите, какие отличные наручи. Можем их изучить. Какой полезный сундучок-то. Вау. Эти руины и их механические обитатели. Все, что осталось от двемеров. Да, это очень печально. Посмотрим, что тут у нас. А, тут у нас яички, как всегда. Где-то лосось они раздобыли. Зелье магии. Черный камень. Душ. С помощью такого камня можно захватить душу человека. Да, именно человека. Этот камень намного сильнее обыкновенного белого. Ага. Тут двемерский паук был. И еще один исследователь. Вот нам туда, но можно еще сходить туда, например. Смотрите. Или нам сюда, я уже забыл. Мастер. Ну как не взломать мастера, друзья? Это ж так интересно. И так сложно. Ладно. Ого, не фарт. Ага, где-то здесь. Ладно, запоминаем. И теперь... Ага, все. Чуть-чуть давайте я вниз. Ага, вниз вообще не работает. Значит, чуть вверх. Бля. Ну, я шел правильно. Вот так, чуть наверх. Да ладно, еще, что ли? Ладненько, еще. Да. Еще немножко. Блин. Так вот. А, что такое? Где-то рядом. Вот-вот, давай. Да, мастер не так-то просто дается. Отлично. Он повышается. Тут у нас... Тут особо ничего нет. Есть сундук. Ну да, перчатки, но тут все рандомно, так что может попасться, может нет. Так что не зря же я ломал это все дело. Мы тут пробираемся через толпы ужасных противников, а я такой раз и начал долбать тут. Лунная руда, ну ладно, 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 ну отстань, песик. Я обязательно от тебя избавлюсь, но немножко позже. Стоп, что-то я не пойму. И туда можно, и вниз можно. Ага, тут мы его нашли. А что же здесь у нас?
бутылечка. Нет, нет, нет. Смотрите, какой-то огромный зал. Венера. Испорченные книги. Обожаю просто полазить, порыскать. Странно, что противников тут нет. Очень много разного металлолома. И еще одна дверь. Сундуков нигде нет. Противников нигде нет. Давайте я сохранюсь. А то я чувствую, сейчас что-то будет. Ученые, которые посвятили всю жизнь решению загадки исчезновения Двенера. Что-то тут сильно много убитых. Мне это не очень нравится. Совсем не нравится. Человеческое мясо тоже считается как ингредиент. Так что можно будет его чуть-чуть скушать. Магия. Ничем мы не болеем. Какой-то противник. О! Это при том, что даже, по-моему, я прокастовал на себя защиту. Нифига себе. Нифига себе. Раз. Вызываем друга. Не, хотя возьму, наверное. А что я делаю? Все, вот он. Глюки, это у меня сохранение. Ага, вот он, поехали. Вимерская штука, да. Мастер. Сфера мастер. Понятно, что он меня уничтожил с одного проката-то. Фига себе. Сейчас я вызову лук и буду его дамажить с лука. Он разбирается с песиком. Ну да. Он достал лук. Кстати, у него лук нифига себе какой-то. Очарованный. Эльфийский. Ну что ж, друзья. Пока наш верный песик с ним сражается, мы качаем стрельбу. Ой, промазал. Стрел, по-моему, дается там предостаточно. Если что, можно всегда заклинание прокастовать заново. Ой. Ну, я все же буду сохраняться почаще, потому что это вот метилево долгое. Вот еле-еле он пошатнулся. Гася, как же это долго бить-то? Качайся, стрельба, качайся. Ты мне еще пригодишься. Так как это легендарное здание, тут навыки можно сбрасывать. Если раньше без сброса можно было прокачать только, по-моему, все характеристики, ну, если я качаю, например, мага, можно все мага прокачать, и больше и все. Если, например, качнешь там перку чего-нибудь другого один раз, то все, ты уже не докачаешь полностью все магические навыки. Ну, вы меня поняли, то есть иллюзия, разрушение, вот эти вот, то есть все перки прокачать. А сейчас же, когда включился легендарный, мы можем... Ух, как же долго это долбали. Мы можем как бы сбрасывать перку, качать ее заново, и при этом у нас поднимается уровень все выше и выше. Это, это очень круто. Всю жизнь решению загадки исчезновения Двемеров. Ага, ну понятно, кто их развалил. Всех при том.
Бедный. Этого ждала, наверное, очень ужасная смерть. Вы посмотрите, как он скрючился-то. Ну ладно. Позаглядываем. Посмотрим везде. Пускай будет свет. Там ничего. Тут свитки. Цепная молния. Кстати, это заклинание уже у меня есть. Две мирские металлолом. О, стрелы. Отлично. Собака там пихается, как всегда. Блин, долго ее не выдержу. Но, как видите, без нее будет очень сложно. Она мне очень сильно помогает. Но рано или поздно я от нее избавлюсь. Ключ от окулаторием Зуфта. Какой-то ключ взял. Так. Ага. Тебя еще обшарить. Ну и микстура лекаря, запаса сил, вот там наверху, ничего. Ну и все, друзья, тут такая вот локация была, видимо, сюда зайти нужно было, пошарить, может я что-то пропустил, может нет, ну да ладно, погнали дальше. Я буду сейчас быстренько убегать. И мне сегодня еще хотелось получить один очень крутой, ну, по крайней мере, начать, важный дейдрический артефакт. Насколько помню, дейдрический или нет. Это очень крутой посох. Ну, добуду я его или получится мне хотя бы начать. Посмотрим уже. А, тут я уже был. Так что сохраняемся и идем дальше. Ага. Ну, наверное, вот этот вот ключ мне и нужен был. Так что все нормально, я пошел. Пойдемте, друзья, дальше. Опа. Опа, опа, опа. Хаврос, это ты? Я почти потерял надежду. Сейчас открою. Что ты тут делаешь? Что случилось с Гавросом? Твой друг Арвас мертв, Гаврос. Это все Фаумир, не так ли? Что вы? Они все испортили. Если Гаврос погиб, надежды нет. Он должен был вернуться с кристаллом. Без него все наши усилия, считай, пошли прахом. А ты? Если ты охотишься тут за сокровищами, знаниями или еще чем-то, боюсь, зря тратишь время. Что такое с этим кристаллом-то? Первый раз он не сработал. Я пытался сказать Гаврусу, но он не стал слушать. Сказал, нет, не настолько холодно. Ну и я оказался прав, не так ли? Когда мы сюда пришли, фокусировка была совсем неправильная. Искажена из-за холода. Гаврусу пришлось тащить его обратно в Сиродил. А мы остались здесь отбиваться от проклятущих фалмеров. Да, фалмерам. Так, мне удалось найти фокусирующий камень. Тебе удалось найти? Фокусирующий. Да как же? Это он! Это он! Не знаю, кто ты, но тебе только что удалось спасти этот проект. Спасибо. Кстати, а кто ты? Я с коллегией Винтерхолда. В самом деле, Савос нас даже не принял, когда мы к вам пришли. А теперь вы хотите чего-то от меня? Мне это не очень нравится, скажу я тебе. Но тебе удалось спасти мою шкуру, так что я постараюсь забыть о прошлой обиде. Идем, я все объясню по дороге. Неважно, что сказал Гаврос, я первый это придумал. Когда я вернусь, совет об этом узнает. Это я придумал использовать эту окулаторию. Не знаю, как ее называли двемеры. Наверняка... Совсем непроизносимо. Все наши исследования показывают, что двемеры стремились проникнуть в природу божественного. Все эти приборы были сделаны для того, чтобы собирать звездный свет, а затем, точно не знаю, как-то расщеплять его. Это я придумал заменить один из главных элементов нашим фокусирующим кристаллом. Проклятие. На это ушли месяцы наложения вот чар. Будем надеяться, что в этот раз все сделали правильно. Вау.
помню мои первые ощущения, когда я видел такое вот сооружение. Это было просто вау. Да что там, я даже сейчас, когда это вижу. Вот. Великолепно, не правда ли? Сколько труда было вложено, чтобы запустить его снова. Я лишь надеюсь, что дело того стоило. Помести кристалл в центральный аппарат, и мы начнем его фокусировать. Так, нам сюда кристалл, да? Ты куда? А, нам сюда кристалл нужен. Оп. Поехали. Отстань-ка. Ух ты, стеклышко. Ну. Вот такая вот грандиозная штука. И теперь мы должны попасть с лучами вот эти вот штуки. А, не-не-не, все не все так просто. Мне ж нужно теперь взять магию огня, по-моему. Ой. Огня, огня. Я, видимо, что-то попереключал уже себе. Железная плоть. Огненная стрела, ну да. Ну да, я его отключил. Эх, Ванька, Ванька. Ага. И то оно сейчас не будет работать. Нужно не такое, а вот пламя. Искры, морожение. Удивительно, что многие древние двеймерские каналы еще работают. Не, видите, они как-то стали неровно. Оп. Вот, вот теперь все. Да. Я помню, первый раз мучился, блин, думаю, что не так. Я их кручу, верчу. А оно нифига не получается. Один есть. Есть даже. Остался последний. Вот и работа. Наконец-то принесут плоды. Но что это? Это совсем, совсем не то, что должно было получиться. Эта проекция должна светиться, как ночное небо. Откуда-то исходят невероятные помехи. Похоже, они идут из Винтерхолда. Что ты делаешь? Это что, попытка сорвать мою работу? Суцик, как всегда, достает. Так в чем дело? Что вы наделали? Успокойся. Вы ведь знали, чего мы добиваемся. Ты хочешь убедиться в том, что ваш план сработал, и все наши усилия пошли прахом? Ну так объяснись. Ты и твоя коллегия погубили годы моего труда. Моих коллег и друзей убили фалмеры, а ты просишь меня успокоиться? Как тебе это удалось? Я тут ни при чем. Но вы там что-то делаете. Нет другого объяснения. У вас там что-то есть в коллегии, не так ли? Что-то очень могущественное. Настолько, что я даже затрудняюсь высказать предположение. Что это?
Око Магнуса. Око Магнуса? Что ж, если я прав, как интересно. Ты можешь мне найти посох Магнуса или нет? Да, посох. Любопытно. Я не могу объяснить подробнее. Это означало бы выдать множество тайн, которые Синод вызнал за многие годы. Кроме того, я сомневаюсь, что ты все поймешь. Не случалось бывать в планетарии, что в имперском городе? Именно там родилась эта идея. Мы создаем проекцию не только неба, но всего Тамриэля. А затем фокусируем латентные энергопотоки, чтобы наложить их на позиции. Важно то, что наша конечная цель — открыть нам источники огромной магической энергии. Исключительно для того, чтобы защитить Империю, разумеется. И все-таки нам открылись только два места. Одно из них — ваша коллегия. Второе? Что ж, это может быть только Лабиринтиан. Итак, маг из Винтерхолда, несмотря на твои усилия, я выиграл у тебя в твою же игру. Даже если это все вранье, я знаю, что у вас есть что-то в Винтерхолде. Что-то, чем очень заинтересуется Совет Синода. Ну и ладно. Иди в Лабиринтиан, ищи свой посох. А я вернусь в Сирадил и представлю свой отчет Совету. Ты еще нас услышишь, уверяю тебя. Ну, да, возможно. Я имею в виду, да, несомненно. Но сейчас это не важно, потому что я знаю, вы прячете в своей коллегии нечто еще более ценное. Совет об этом узнает. Он выяснит, что вы затеяли. Я полагаю, что нашел тут больше, чем мог надеяться. Твои уловки не собьют меня с толку. Может, его грохнуть нужно? Ну, мы закончили. Ладно, друзья. Двемеров, создавших эти постройки, иногда называли гномами. То есть... Мне тут больше нечего. То есть, что они были не ниже людей. Возвращайся в свою коллегию. Так, что тут у нас за книги? Ага. Вот парочка книг, по-моему, я нашел, которые... Не это. Прокачивают нам навыки. Наложение печати. Это что такое? Карты сокровищ. Еще раз посмотрим. Ну, мне подсказали, что это вроде бы как бы маяк. Вот, и я начинаю догадываться, где он есть. Так что, как-то будем там, обязательно заглянем. А, стоп. Чё ж я? Там, видимо, были самые обыкновенные пламя и ихолы. Ну, вот для тех, кто еще не изучил или не знает, ну, вообще-то, как же можно было не изучить, если оно по умолчанию у всех. А может, оно по умолчанию не у всех есть. А, да, не у всех. И нужно было их изучить. И там наводить или огонь, или лед. Давайте посмотрим, что у него тут. Доклад заберем. Пускай теперь докладывает. Что тут еще интересного? О, мешочек с деньгами. Ну... какую-то травку и нам сюда. Что это? Тебе удалось немало сделать, но худшее... Псиджик. Немедленно возвращайся в свою коллегию. Тебе придется действовать быстро. Прими вызов и узнай, на что ты годишься. Ты на верном пути, и ты победишь. Ну вот так вот. Псиджики, псиджики. Жалко, что не сделали какое-то дополнение грандиозно про псиджиков. Может быть,
отдельная локация, чисто для магов. Было бы круто. Ну, может быть, в будущем разработчики сделают такой вот бонус своим поклонникам. Или вообще уже пора выпустить шестую. Кстати, я смотрел вот 14, по-моему, числа. Я уже забыл. Будет выставка игр, и компания представит 3 игры. Но, увы, The Elder Scrolls 6 там нету. Там будет Doom. Там будет еще 2 игры каких-то. Одна какая-то бродилка. Ой, точнее не бродилка, а Doom. Блин, вылетел из головы. Doom. Потом какие-то там сражения в кооперативе. Ну, типа Counter-Strike, только там с мечами, всякое такое вот. Не, ну с друзьями прикольно было поиграть. И еще одна игра. Ну, что ж, друзья. Мне сейчас очень сильно рекомендуют отправиться обратно, но... мы пока туда бежать не будем. Блин, как я помню, писал свои первые слова. Нет, я не буду использовать быстрое перемещение. Ну, порой приходится. Поначалу казалось, что это будет реально, а так на самом-то деле тут по-любому будет задание, что надо будет с середины, с начала карты, да, чтобы добежать в самый край карты, это надо будет потратить серии, наверное, 3. Ну, представьте, я бегу, там разные противники на меня нападают, убивают. Говорят, стража рассвета возрождается. Ой, дракона слышу. Не-не-не-не. А мы сейчас ищем одного парня. Парня в поисках крутого. Посоха, но я тут никого не вижу. Как это не печально. Тут никого нет. Поехали дальше. Нам сюда. Я тут уже как-то искал и совершенно забыл, что местный паб находится прямо в центре. Ты заходишь, сразу на него смотришь. А я побежал там куда-то и просто забыл. Бегал и в результате нифига не нашел. Так бы, может быть, если бы я был повнимательней, то роза была бы уже у меня. Проговорился. За каким посохом я иду, но попробуем найти ее. Если меня ничего не заглючило. Блин, хочется побыстрее найти. Конечно, в игре есть много и очень интересных посохов. Это роза, потом вабаджан какой-то там. Я помню, где его добыть. Вот она, эта таверна-то. Ладно, будем надеяться, что маг ждет нас здесь. Это Ода, в честь самых преданных сынов и дочерей Скайрима. Вижу, ты не прочь крепко выпить. Как насчет дружеской попойки на спор? На кону чудный посох. Окей. Это мы еще поглядим. У меня тут особая настойка. Очень крепкая пойла. Ну, сдохнули. Ну, я начну. До дна. Здесь в твою славу нас пир горой. Капитан! Твоя очередь. Одной меньше, дружище. До встречи. Мне еще одна. А ты не задумывалась, что это может быть связано с твоими бесконечными хождениями вокруг в поисках? А как насчет тебя? Ага, все так говорят. Но мне что-то уже хватит. Давай еще по одной, и тогда твоя взяла. Здесь в твою славу. Ага, у тебя и вправду получилось.
Посох твой. Слушай, с тобой пить одно удовольствие. Я знаю, тут неподалеку одно милое местечко, там вино течет рекой. Надо пойти туда. Эй, что-то ты неважно выглядишь. Ну, и нас накрыло. Просыпайся. Да-да, пора вставать, пьяное богохульное чудовище. Где я? Ну, разумеется, ты не помнишь, где ты. Ты, небось, даже не помнишь, как тебе удалось тут очутиться. Не говоря уже о несвязанных криках про свадьбу и козу. А это значит, что ты не помнишь своего пьяного угара и осквернения храма грудами мусора. Я бы с радостью помогла тебе освежить память, но я очень занята. Надо убрать бардак, учиненный тобой в храме. Но если ты поможешь мне убраться, а потом извинишься, может быть, я тебе и помогу. Что ж тут убрать-то? Я отказываюсь говорить, пока ты не уберешь свой бардак. Убери бардак за собой, а потом с разговорами лезь. Вот это вы, что ли? Ух ты, водичка. Наверное, нужно подобрать то, что валяется. А, нет. Это я же ворую. Да. Нужно взять то, что можно взять. Да, вроде бы как бы все. Я отказываюсь говорить, пока ты не уберешь свой бардак. Да какой бардак-то? Кстати, давайте посмотрим, куда мне показывают маркер отправиться. А, ну маркер мне в коллегию показывает. А мне нужно поставить задание. Вот. Сэм исчез вместе с обещанным мне посохом. Угу. Понятия не имею, как мне сюда занесло. Но жрица сказала, что разгром в храме – это моих рук дело. Возможно, жрица расскажет мне, что случилось с Сэмом, если я наведу порядок тут. Ага. Чтобы починить сломанный посох, нужно палец великана, святая вода и перо ворожея. Сэм. Есть. Ну, пусть так. Все-таки Дибелла учит нас всепрощению. Даже пьяниц вроде тебя нужно прощать. А, да в твоем пьяном бормотании попробуй разбери хоть слово. Что-то там было про Рорикстед. Может, тебе туда надо? Эй, не-не-не, не сюда. Давайте возьмем благословение Дебеллы. Так, теперь нужно отправиться... Рорикстед, ну короче, я понял. Сейчас посмотрим на карте. Я помню, где это место. Мне туда придется добираться пешком. Там, по-моему, есть мост драконов. Или как-то он так называется. Если это то место. Я же могу, конечно, забыть. Ну, давай, грузись. Сколько можно-то? Я хочу сегодня получить... Оу. Да, это, кстати, город. Город Маркарт. Очень красивый город, на самом-то деле. Жалко, что сейчас ночь. Тут такие водопады. Просто шедевр, а не город. Очень мне нравится. Тоже много очень интересных заданий. Это жутко древний город. Кстати, также очень опасные противники. Ну что ж, нам сюда, так что мне максимально быстро будет туда добраться через лабиринтиан. Да. Сейчас я сюда телепортируюсь.
потом оббегу. Также мне нужно будет его проходить. Там будет уникальный дракон. Единственный дракон в этом виде. Дождитесь этой серии, вы его увидите. Блин, даже не знаю, как я буду бить. Ну, с моей Тимой, я думаю, справлюсь. Да, посмотрим. Так, друзья мои, верные, вы здесь? Я слышу дракона. Да, да, нам уже положено. Давно не попадался дракон. Так что, интересно, не успею пробежать. Да, по-любому не успею. Сейчас сагрится куча троллей. Он уже бежит, дружок. Защиту кинем. Ну, это ледяной тролль. Наша подружка неплохо его долбает, но мне нужно ей помочь. Делаем вот так вот. И можно будет взять топор оглушения. Ай-яй-яй. Ага, сработал эффект. О, еще сработал. Давайте я сохранюсь. Долбаем, долбаем. О, ой, хорош. О, тут еще один друг пришел. Двоих это сложнее. Оп. Как его перекрутило-то. Ой, хорош. Есть. Жир тролля. Привет, друг, как дела? Эти танцы. Такой медлительный, это огромный плюс. Его нужно огнем, потому что он ледяной, соответственно. Блин, куда вы его завели? Это ужасно неудобно помогать его бить. А, сейчас я буду ее бить, я туда зайду, потому что там очень опасно, в самом-то деле. Оп, 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 попрыгали. О, смотрите, у нее уже здоровья не сильно много, она использовала хилку. О. Хорош, отлично. Жир тролля. Урна, монетка, зелье. Не будем тут задерживаться. Кину защитные чары и погнали дальше, друзья. Мне нужно быстренько туда добраться. Кину приглушение шагов и буду его по чуть-чуть кастовать. Блин, тут, по-моему, еще один друг будет нас ждать на входе. Он еще один тролль, третий, да, вот он. Совершенно про него забыл. Как дела? Любезный. Раз, два, три, четыре, пять. Как хорошо, что он сагрился на пса. Пес-то бессмертный. Оп, отлично. Поехали, поехали. Я сохранюсь, вот так ты меня посмотрел. Вот, вот о чем я и говорил. Один ударчик и здоровья не вообще нет. Меня
Прокачаем защиту, она у нас прокачается. Оу, какой выстрел. Видели, как она здорово обработалась, такой с груди у него пламя выскакивает. Очень круто. Ну, ладно, сохранились и погнали. Мы тут немножко задержались. Вот, у меня еще 10-15 минут, и за это время я намерен все же совершить и забрать. Привет. Лисичка. Это посох. Давайте еще сохранимся. Тут здоровья у меня как-то маловато. Ага, я вижу волка. Не исключено, что это может быть и снежный волк, сложный волк. Уф, как я обожаю эти моменты-то. Нет, это обыкновенные волчки. Так что с ними мы сейчас разберемся быстренько. Он уже понял, что он куда-то не туда попал. А нам туда. Тара-тара-тара-тан-тан. Так, он Винтерхолд. Тут я уже когда-то бежал. Мамонты. Хм. О, прекрасный мир Скайрима. Слышу дракона где-то вдали. Все-таки вот местечко будем оббегать. Мне они сейчас не интересны. Да, да, дракон летит. Ух ты, смотрите, колясочка. Кто-то капусту обронил и оставил. Ну ладно. Цветочки. Да слышу, слышу я тебя. Где-то он летает. Но. Ага, наша подружка бежит. Какое дерево, интересно. Как-то раньше никогда его не замечал. Очень жалко, конечно, что я не могу включать погромче музыкальное сопровождение. Это из-за того, что ограничили доступ музыкального сопровождения. Серию могут просто закрыть. Очень жалко, ну ладно. Ой, волки. Вы что тут забыли-то? Есть. Есть. Ага. На кого там согрелся? Кто там, крабик что ли? А, ну да. Не, волк. Ладно. Ну что ж, я уже недалеко. Мне нужно добежать до одного поселения. О, курган, смотрите. Ага, ну вот с таких курганов будут выбираться драконы по основному квесту. Речушки разные. Как же красиво в Скайриме. Ага, он и дракон. Вот там и летай. Сейчас сражаться с тобой вообще не хочу, потому что у меня нет времени. Все, друзья, по дорожке пытаюсь собрать цветочки. Ага, еще волк. Как хорошо, что вы здесь простые. О, отлично. Разрушение у меня 43. Давайте сохранимся. Блин, как же далеко оказывается. Я бегу, бегу. Все никак не добегу.
бедный, уже устал. Я хоть туда бегу? А, ну да. Включаем ускорение и погнали. Зелье. И вот. Так, включим паузу. Кто-то пытается мне дозвониться, но я перезвонил. Какие-то черные ребята в черном одеянии. Я вообще не хочу к ним подходить. Но любопытство — вещь мощная. Тут кто-нибудь есть? Ай, да-да-да. Я такой подошел, такой: привет, друг. Погнали они. Они слабенькие. Бин готовый. Парочка некромантов на что-то они засмотрелись. Непонятно на что и на кого. Ну, им не повезло, что ему сказать. Не, ну как я к нему подошел? Такой. Подхожу такой. Тут кто-то есть? Игра иногда забавляет нас такими прикольными вещами. Это просто здорово. Вот. Ну что ж, друзья, нам нужно сейчас обратиться. Ты обещал еще вчера сказать мне свое решение, но я так его и не услышал. Ох, я не знаю. Да, мы заработаем больше денег, но мне не нравится сама мысль о том, что ты будешь путешествовать в одиночку, когда идет война. И еще драконы. Да будет тебе, мы это уже обсуждали. Не буду я путешествовать по всему Скайриму. Просто съезжу до Вайтрана и обратно, вот и все. Завтра. Я скажу тебе завтра. Как круто. Эй, ты! Это ж сколько наглости надо иметь, чтобы снова заявиться в этот город. Ну и что? Какое твое оправдание? А, прошу прощения. Извинения не принимаются. Моя Гледа теперь неизвестно где. Одинокая, напуганная. Как тебе совести это хватило похитить ее да продать великану? А то. Никогда мне больше не видать такой козы чемпионки, как Гледа. И не думай даже возвращаться в Рорикстед, пока не заберешь ее у великана. Оно убеждение? Начнем с того, что тебе и Гледу не надо было продавать великану. Так что делай, что хочешь. Что-то такое было. Но вообще, тебе было некогда говорить, улепетывая с моей козой. Вот что. Ты приведешь назад мою козу, и тогда, может быть, я что-то и припомню про твой посох. Не все так просто, друзья. Теперь мне нужно найти козу. Я так понимаю, сейчас будет эпическое сражение с великаном. Время у меня, конечно, в обрез. Но ничего страшного. Класс. Отстань. Еще раз отстань. А ты улетай. А, вдогонку не получилось. А, он так умер. Ну что ж, бывает. Угу. Бегут там где-то. Мои помощники. Ага, вот наш великан. Ну что ж, друзья, сейчас начнется махач.
Главное, чтобы ее никто... Ага. Она... Ой-ой-ой-ой-ой! И чё? Нужно ей помогать, а то этот может её развалить. Хорош! Самое лучшее, наверное, тут будет использовать топор, чтобы он... Нет, избегает он воздействия. А, нет, избегает. Избегает или не избегает, непонятно. У меня, может, какой-то шанс есть. Так я попадаю. Больно ее, очень больно бьет. Если коза случайно умрет, ничего страшного? Ай. Ладненько. Отдохни. Еще раз отдохни. Блин, как хорошо, что я сохранился перед ним. Такой только замахивайся, я его прерываю. Оп. Ой-ой, не успел. Нужно просто почаще сохраняться. Очень сильно ударил. Сейчас только что огромным своим молотом. О, отлично, застыл. Отлично, он пока встает. Собачку иногда луплю. Что ты делаешь? Ой, я что, ее ударил, что ли? Я не хотел. Ой, хорош. Фух, палец великана. А где коза? Ага, вот и коза. Ладно, давайте отправимся теперь обратно. Карта. А, я так и не открыл город. Мне нужно туда поближе подбежать. А это можно было и не кастовать. Сейчас противников все равно не будет. Ну-ка, 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 друг, где ты есть? Где-то на поле должен быть. Ну вот он. Прыг-скок. Вы уже говорили с Ралдит. Она мне как мать. Ралдит самая трудолюбивая крестьянка в Орикстене. У меня наоборот способности к торговле. Эй, да ладно. А где коза моя? Подсвечился. А, вот, вот он бежит, бежит, козлик. Иди, чемпион. Со стражниками не приходи, взорвешься, будешь иметь дело с ними. Ну
Нужно что-то? Клеточка моя, целая и невредимая. Хвала богам! Я все в толк не возьму, зачем было ее красть? От тебя вот записка осталась с объяснениями. Да она наполовину медовухой залита. Я смог только разобрать слова, когда расплачусь с Изольдой в Айтране. Да и то кое-как. Может, стоит тебе отправиться туда? Славного денька. Мы трудолюбив. Так, и теперь мне нужно отправиться в Айтран, если я правильно понял. Давайте туда телепортируемся. Блин, я просто не помню. И, честно говоря, я когда-то получал эту розу, но не помню, чтобы там нужно было освобождать козу. Может, его добавили после дополнения, потому что после выхода последнего обновление Dragon Board, там много обновлений было, там добавили этих летающих кракосов, или как они там, по всей локации, их очень много добавили, также в подземном мире, также там добавили новые квесты, ну, то есть, я вот не помню, была эта коза раньше или нет, по-моему, сразу отдавал записку, я бежал и получал этот посох, но я уже забыл все, честно говоря, так что, ага. Наш персонаж отправился где-то туда повыше. Приходится бывать в облачном районе. Отлично. Сын битвы, отдавай свои деньги. Я знаю, что честь твоей семьи важна для тебя, но мы... Говорят, стража рассвета возрождается. Это охотники на вампиров или что-то такое. Оставались в старом форте. Жалуются Громову на Бабуле. Не стоит рожденного севера. Да, вот это наконец. Слушай, я, конечно, терпеливая, но за тобой должок. Не забывай. Да не в деньгах суть. Я отдала тебе обручальное кольцо в кредит. Только потому, что увидела, что ты без ума от любви. Но если свадьбы не будет, то давай возвращай мне кольцо. Это одна из моих лучших работ. Но оно же должно быть у твоей невесты. Неужто ты даже не помнишь, где она? И все это после такой романтической истории о встрече в роще ведьмы Туман? Ясное дело, что она тебя бросила. Вот она, суровая правда. Мы дети человеческие. А Талус — бог человеческий, вознесшийся из плоти. Можно заплатить и 200 монет за кольцо, или же найти это кольцо. Блин, я и забыл, что тут не так-то просто заполучить это. Вот мне сюда нужно. Блин, я, по-моему, тут не сразил медведя, и сейчас он меня будет встречать. Если это та локация, которую я помню. Это избушка там, как бы все разрушено, куча всего интересненького было внутри. Но. Сейчас посмотрим. Ладно. Дракон намечается. Ага. О, вот он, этот Мишка. Выскочил. Перепугу защитные чары. С двух рук я покидал. Дальше топор. Попробуем. Параличом. Ага, сбегает. Видите? Ну, иногда срабатывает эффект. Это здорово. Я, наверное, отойду, сохранюсь, потому что не хочу начинать заново. О, Мишка на меня сагался-то. Дорожка мой. Дракон где-то кричит. Ай, слышали это? По песику я попал. Медведю само круто, он застанился прямо так стоя, ему не надо падать даже. О, фух, слава богу. Возьмем когти. Еще можно будет спокойно посмотреть,
что тут есть и как. Головной убор. Эту книгу мы уже читали. Я ж вроде бы как бы взламывал его. Ну ладно, может он обновляется. Вот заклинание иллюзии расходует на 15% меньше магии, восстанавливается на 75% быстрее магия сама. Ну что ж, думаю, тут я и останусь. Переночую, отдохну. Бесинских пиратов. Хм. Ладно. Вот. Вот и все, друзья. Сохранимся. Можно даже поспать чуть-чуть. Не, еще чуть-чуть. Вот так вот. Сейчас утро, еще темно, 6-7. Вот, вот, совсем другое дело. Ладно, ребята, на этом я буду заканчивать. Всем большое спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь ко мне на канал. Загляните вот на это видео. И всем счастья. С вами был канал Мистер Кэт. Меня зовут Иван. Всем пока.